Всем большой привет, друзья! Я вас очень рада видеть на своем канале. Сегодня пойдем с вами в магазин низких цен «Светофор». Давно мы не были на Литовской, это город Курск. Всем приятного просмотра! Здесь нас с вами при входе встречают стиральный порошок. И вот один из новых, это вот такой в зеленой упаковке, называется он «Тори». Здесь 6 килограмм. Смотрим сразу на цену. 245 рублей. Пишите, если покупали, понравился ли он вам в работе. Упаковка большая. Био 2 – это гель для стирки. 200 рублей за 3 литра. Небольшие миски. 56 рублей. Как-то не часто мы их с вами встречаем. Здесь они в красном цвете. 56 рублей. Кстати, здесь в «Светофоре», если пластиковая посуда, смотрим с вами, то это все производитель «Россия». Рядышком стоит ведро пищевое по 78. Вот они здесь у нас цены. Так, вот тут еще есть ящик перфорированный. Такой большой, с ручками. Это пластик, конечно, он не пищевой. И для хранения, ну, для каких-то хозяйственных нужд, 267 рублей. Тоже «Россия» на 48 литров. Много всего у нас, конечно, в продаже. Магазин такой большой. Так, еще можно здесь приобретать вот такие контейнеры. Кстати, смотрится хорошо. 48 рублей на литр 800 каждый. Так, здесь у нас тоже набор из ланчбоксов по 205 цены. В наборе сразу 3 ланчбокса и вот такие вот классные корзинки. Как такие органайзеры. И для деток подойдут, и для школьников, и в принципе для малышей по 207 рублей. С ручкой и крышкой с защелками. Вот там вот вижу, крышечки лежат. Попробуем достать, чтобы вам продемонстрировать более наглядно. Видите, крышки очень такие удобные. Все это фиксируется хорошо, потому что, в принципе, сами по себе эти органайзеры не кривые, не косые. Вот я зафиксировала одной рукой, все получилось. Полупрозрачный он. Новый кондиционер для белья появился в продаже по 106 рублей. «Россия» производитель. Вот таким образом он называется. Это эконом-вариант. Здесь 2 литра. Жиденький, надо сказать. Но написано, как обычно, универсальная особая формула, сохраняющая цвет. Не знаю, так ли это или нет. Знаете, я очень люблю «Светофор», потому что здесь реально можно всем экономить. Я часто тут покупаю разные товары для дома, какие-то продукты, гели для стирки, порошки. Но вот если говорить о красоте и здоровье, то здесь все-таки лучше доверять проверенным производителям или реальным отзывам. Благо сейчас есть маркетплейсы, и там часто можно найти что-то бюджетное, но проверенное, почитав отзыв. Именно по отзывам на Wildberries я заказала себе вот эту энзимную пудру от Riche. Ее заказали более 100 тысяч раз. Представляете, конечно, мне стало интересно, что это за товар. И рейтинг у нее 4,8. И знаете, не зря заказала, не зря купила. Пудра реально творит чудеса с кожей. Я, если честно, просто в шоке, потому что увидела результат уже после первого применения. Мое лицо шелушится круглый год, никакие крема как-то не спасали никогда, я уже и смирилась с этим, и жила как-то себе, пока не купила эту пудру. Не могу подобрать даже слов восхищения. Такое лицо без шелушения у меня было, наверное, только в детстве. Главное, что и расход у нее очень маленький. Нужно всего лишь нанести на ладошку и небольшим количеством обычной водой просто разбавить. Ну, вот растирать между ладонями. Потом наносим на нужную для вас зону. Я ее, кстати, даже наношу иногда на спину. Тоже обалденно очищает. Очень мягко и нежно. Важно, что средство это действительно рабочее. И это я вам могу сказать точно. Потому что по состоянию кожи это было сразу видно. Оно значительно улучшилось. У меня кожа часто шелушится именно возле губ и носа. Но после применения этой пудры она стала гораздо лучше. И знаете, еще нет неприятного ощущения стянутости. Потому что она очищает очень бережно, очень нежно. Еще я для себя отметила огромный такой жирный плюс, что разглаживаются мелкие морщинки. В общем, я вам скажу так, результат действительно есть. Расход просто минимальный, а цена будет доступна для каждого. Поэтому я с удовольствием оставляю вам ссылку на эту энзимную пудру от Riche
Заказывайте, я уверена, что и вы будете от нее в полном восторге. Перекись водорода 3% по 118 рублей, целый литр. Сюда привезли также ковры, ковер Шеги 0,8 на 1,2 метра, стоит 1120 рублей, производитель Беларусь. Я хочу сказать, что сделаны ковры качественно. Смотрите, оверлок хороший здесь. И вот информация поподробнее, но в принципе то, что я вам и озвучила. Знаете, он достаточно плотный, ворс длинный. А вот по цвету интересно, есть ли другие здесь. Да, вот такой вот комбинированный темный со светлым есть. Мебель здесь тоже есть, но если она здесь в собранном виде есть, я вам покажу далее. Пока здесь только вот в таких коробах. Значит, что мы здесь с вами видим? Тумба-стеллаж, размеры поближе и цену видите, да, сразу? Это Россия в белом цвете. Так, есть еще комод, ну вот выглядит он, помните, который без ручек, вот так вот. В белом цвете 3060 рублей. На 4 ящика неплохой вариант. Материал ЛДСП. Стол компьютерный с боковыми полками тоже здесь присутствует. Тоже Россия 1884. Так, ну скамья садовая, наверное, не будет сейчас слишком актуальна, да? Табуреты. Стол раскладной для гостиной 1792. Табурет по 438. Кстати, табуреты вот здесь вот есть. Есть у них сидушка сама в сером цвете, а есть в коричневом. Вот они. Так, и еще здесь есть пуфик 867 рублей. Такой мягкий и приятный. Это высокопрочный велюр. Высота у него 45 сантиметров. Скоро будет актуален и вот этот товар. Это у нас антилед для стекол и замков. Быстрый результат. Спрей такой. Сколько он здесь стоит? 167 рублей, 650 миллилитров. А вот тут рядышком что-то уже разбирают. Это у нас многоцелевая смазка. Восстанавливает подвижность заржавеющих соединений. Предотвращает окисление электроконтактов 5 в 1. 650 миллилитров. Стоит она здесь 130 рублей, я так понимаю, да? Ну, примерно та же цена, здесь просто еще есть очиститель тормозных дисков и вот такая вот силиконовая смазка. Но торговая марка одна, что-то примерно в этих пределах они стоят все здесь. Также в продаже сейчас можно найти наборы зубных щеток. Смотрите, они разные по цвету, 5 штук их в этом наборе, средней жесткости. Производитель, кстати, Китая, цена 39 рублей. Здесь у нас какая-то новиночка для дома. Жиденькая такая. 3 в 1 гель. Чистящее средство удаляет известковый налет, потеки ржавчины и солевые отложения. Ну, может быть, конечно, не прям-таки удаляет, но, возможно, для поддержания чистоты в санузле можно такое купить. 75 рублей. И оно достаточно большое. Здесь литр 250. Еще есть сейчас здесь блоки чистоты для унитаза. В каждом наборе сразу 3 блока. Есть вот такая вот свежесть. А есть с ароматом лимона. Тоже здесь они стоят бюджетненько. 87 рублей. Также жидкое мыло и гель для душа. То есть 2 в 1 средства. Здесь целый литр. Вот есть в черном флаконе, есть в таком синем. Такая густая, даже, ну, наверное, средняя консистенция. И сам флакон сразу идет с дозатором. 120 рублей. Рядышком цена 38 рублей. Это у нас для намыла хозяйственное против пятен. Вот так вот оно выглядит. В индивидуальной упаковочке тоже. Также есть вот такое мыло. Кстати, неплохое вот это вот с маслом оливы. А еще оно есть с другим ароматом. Что один вариант неплохой, что другой. И посмотрите, за 4 кусочка 60 рублей. Но это, по-моему, дешево. Так, мыло у нас здесь прямо сейчас в хорошем ассортименте, в таком. Еще есть вот такое вот банное, туалетное, цветочный микс и еще фреш. За каждый кусочек 200 грамм 28 рублей. А рядышком цена на обычное хозяйственное мыло 72%. Тоже в кусочке 200 грамм. Здорово, что сейчас придумали, завозят в индивидуальной упаковке. Как-то это поприятнее, наверное, да, будет купить. Так, еще я хотела вам показать, что здесь есть у нас белизна в таблетках. Это тоже очень удобно. Белизна, есть белизна. 30 штук
и цену сразу 83 рубля на 10 литров. Тоже удобно. Развел, если нужно, или там забросил куда нужно, да, и она работает. И еще есть Санфор, 83 рубля, кстати, хорошо справляется, тоже для поддержания чистоты какой-то ежедневной. Здесь тоже целый литр, обычно по 750 миллилитров, а здесь литр. Так, туалетная бумага, вот эта двухслойная, 8 рулонов в каждой упаковке, 123 рубля. Россия, производитель. Но мне здесь нравится вот такая вот релакс, она тоже двухслойная, 130 рублей. Удобненько. Вот это тоже неплохой вариант. Они тоже с штуками. Но как-то это побольше нравится. Так, смотрим с вами дальше. Сейчас здесь есть в продаже комплекты постельного белья по 690 рублей. Полутораспальный и по 807 рублей. Это у нас двухспалочки. Но это полиэстер, сразу вам говорю. Имейте это в виду, что такое, знаете, скользкое будет полотно. Хотя кто-то писал, что такое покупает и ничего. Но здесь уже смотрите сами на свой вкус, на свой бюджет. Производитель, кстати, это у нас Россия. Расцветки перед вами. Они в хорошем ассортименте, в таком. Также мы с вами давно не встречали, знаете что? Чехол на стул. А здесь они есть. Тоже может быть уже в остатках, конечно. В каждом наборе, в каждой упаковке по два таких чехла. И давайте покажу вам размеры. Высота спинки 45-65 сантиметров, а ширина, глубина 40-50. Материал 97 полиэстер и 3 спандекс. В общем, хорошо тянутся. Вот здесь вот. Они не очень такие плотные, конечно, но тянутся хорошо. И видите, по цвету тоже они в ассортименте. Есть с рисунком, есть без рисунка. Полотенца. Полотенца вот эти классные. И это какие-то новенькие привезли. Сразу покажу цену. 298 рублей 70 на 130. Дешевле я не видела. И причем эта махрушка хорошего качества. Действительно впитывает она здорово. Узбекистан производитель. Цвета сами видите, думаю. Еще туалетная бумага есть здесь трехслойная, 8 рулонов, 151 рубль. Тоже Россия производитель, она тоже идет с втулкой. И, кстати, такая достаточно тяжелая, то есть сразу чувствуется, что трехслойная. Но видите, упаковка без каких-то рисунков, поэтому и, наверное, за счет качества три слоя здесь, да? Так, еще у нас здесь есть что с вами? Влажная туалетная бумага эконом. Хорошо, что сейчас они делают вот с такой вот крышечкой, чтобы не высыхали эти салфетки, которые внутри. И в каждой упаковке их 150 штук этих салфеток. 70 рублей. На сегодня свой обзор я буду заканчивать, но обязательно будет предложение, есть что вам показать. И прощаюсь с вами, до новых встреч. Всем пока!